Ой, мелочь какая. Да уж, это ребята вообще. Такая мелочь. Да ну. Ну что ты? Он сидит. Ух ты, да тоже мелочь. Опять же мелочь, но чуть покрупнее. Так, пока возьму второй. А там-то что у меня? Это вообще куда еще мельче предыдущего. Ну где ж крупняк-то? Вот ты что, ну ты смотри. Ну вроде бы, ну покрупнее, но все равно, не, ну такого еще можно, ладно. Да, этот уже покрупнее, ребят, такого в принципе на жареху уже можно. Да, хотелось бы, конечно, побольше. Ну вот этот, это вообще у меня, конечно, лапоть прямо. Ну, ну это ж вообще совсем другое дело. А это что за мелочевка? Причем все с одного места оттуда пока. Так, время 6:30 как раз. Вот оно сейчас и должно пойти. Солнце еще высоко. Я даже сейчас 5-метровый менять не буду. О, вот. О, и причем аж, ну это вообще. Да, вот этот чуть покрупнее. Ну такой же, в принципе, как тот. Ну ничего, нормально. Вот этот уже нормальный. Да, уже получше, ребята, и битый он, побитый весь, с кем-то он дрался, обалдеть, весь карась побитый. Ну вот, тоже место, и опять вот он сразу, ух ты, нифига себе повел. Вот это да. Ну, это поинтересней. Да нет, такой же стандарт идет. Один за другим. Я только успеваю. Вот он, 6:30 вечера. Клев пошел. Легкий ветерок. И тоже такой. Тоже прям точно такой же. Даже того маленького потом можно и отпустить будет. Солнце отражает, я не вижу из-за бликов, из-за этих. Вот, вроде бы углубляет, заглубляет его, вроде поклевка, я не вижу, очень сильно бликует. Вот он, да, мелкий, видимо.
А, ну как мелкий? Ну чуть помельче, чем предыдущий, скажем так. И тоже буквально я только успеваю забрасывать. Это гастрономические караси. У нас такие тут вот. Я даже пока отрываться не буду. На 5-метровый вообще не отвлекаюсь. Оп, есть! Нифига, он его прям аж... О, вот это неплохо. Это уже... Да нет, они в принципе опять такой же. Да, опять. Ну, чуть-чуть покрупнее. Чуть покрупнее предыдущего, нормальный. Опять сидит. Ой, маленький. Это малышок. Да, это совсем малышок. Да не бойся, сейчас я тебя аккуратненько давай. Плыви, дорогой. Приведи своего папу или маму. Покрупнее. Оп, он повел, вот он. Вот он есть, опять мелочь. Да, опять мелочевка. Даже жалко тратить. О, давай, может, сам туда допрыгаешь. А? Ушел? Ушел, наверное. Точно ушел, ушел. Вот он, есть. Чуть-чуть покрупнее. Но все равно мелкий. Все равно мелкий, ребят. Привет, ребят, привет, дорогие. Наконец-то такой небольшой затишок, затишье, клев подстих, хоть пообщаться с вами. Да, в общем, я на рыбалке, это классика, это поплавочная рыбалочка на карасика. И, собственно, вот буквально полчаса, ребят, и вот уже что у нас тут плавает. Вот они, ну вот это вообще, это вот, ребята, просто... Лапоть. Вот этот лапоть мне попался в самом-самом начале, у самого-самого берега. И больше таких, собственно, экземпляров пока мне не попадалось. Весь клев, ну, он буквально полчаса, вот, где-то с половины седьмого до семи, сейчас уже семь-десять. А места, ребята, те, кто меня смотрит, вот охотники, вам хорошо должно быть знакомы. Вот за этим каналом, который уже пересох довольно-таки, потому что там прокопали, вот торф добывают. Там начинаются вот эти все огромные торфяные карты. Вот там, где чайки кружат, вот там, в тех вот краях. Вот за теми деревьями, вот там все и есть. Там это утка, там эти чучела. Года два я на этих картах не охотился, и вот решил сюда приехать на рыбалку именно. Я был в прошлом году, в конце мая, на рыбалке, где-то, наверное, километров в 10 отсюда. Они, в принципе, все такие вот эти лужи, торф-лужи, и они все похожи. И нет, здесь бывает попадается карасик там 200-300 даже грамм, то есть крупные лапти. А тут вот, это, ребята, начало июня, поэтому нерестовый запрет у нас действует. Поэтому все по правилам, два крючка, один рыбак, все как надо. Вот две телескопические удочки, одна 5-метровая, вот эта другая 6 метров. И вот на 6 метров вообще ничего. Вот этот лапоть клюнул прямо у берега вот здесь. Именно на 5-метровку.
А потом вот это как прорвало, и вот оно пошло. Но крайне сложно рыбачить. Вот я поклевок вообще не вижу, потому что вот идет. Прям солнце здесь, оно отражается, поплавок вот здесь стоит. И именно, в принципе, вот в этом квадрате эта стайка и была. И сейчас просто туда даже бросать, ну, оно слепит. А туда я просто не смог сесть, ну, потому что там народ. Да и потом ветер тоже, надо под ветер подстраиваться. В общем, я решил вот здесь вот присесть. Такой нормальный, в принципе, плотный бережок. Ничего тут не мешает особо. Прикармливать я его сейчас покажу. Я когда лапти поймал, сразу вот прикормки сделал. Это вот карась, чеснок, кому может интересно, какой-то лайт, Village Fishing. Ну, в общем, не знаю, сделано в России. Ну, короче говоря, в общем, сыпанул я немножко, буквально 3 шарика я киданул. И где-то вот, ну, где-то 5:30, и потом через полчаса вот пошло, вроде клев какой-то пошел, все, активность появилась. Единственное, что, ну, кто смотрел про карася рыбалку, единственное, я рассказывал, я делаю болтушку. Это манка с секретом. Ну, в общем, кто рыбачит на карася, тот знает, что там. Да ничего там особо такого нет, семечковое масло я туда добавляю маленько, да и все, собственно. Небольшая такая рябь стоит, это не тот сильнейший ветер, как был в прошлом году, когда я вам показывал, но это вообще был, это капец, там просто сидишь, ты забросить не можешь, я ждал, пока порывы стихнут, чтобы хоть как-то кинуть. Ну что, ребят, продолжаем, вот так вот, ни хвоста, ни чешуи, хотя у нас уже и хвост, в принципе, и чешуя, я пока даже не считал, я их пока не считал. Есть там у меня один небольшой, я его взял. Вторым поймал, но, наверное, отпущу потом. Ну, посмотрим. Он еще, в принципе, должен, я надеюсь, подойти. Может быть, покрупнее. Но главное, что сейчас вот прямо солнце там именно, где он стоял. Я буду бросать, наверное. Да вот сюда вот я буду бросать, да, чтобы как-то... Ну, вот он, поплавочек на месте. Сейчас пока клев стих, ушел карасик отсюда. Можно, в принципе, я вообще, ребята, не сторонник вот этих всех, ну, кормежек этих рыбы. Кто-то там прямо пачками это все. Так, чуть-чуть. Просто, может быть, он подсоберется еще здесь, чтобы просто подсобрать, потому что если бы не вообще не клевало ничего, то и какой смысл в этой кормежке? Ну, вообще никакого абсолютно. Ты его хоть откормись. Он если не клюет, то все. Я думаю, сейчас где-то полчасика. О, так у меня тут сидит. А я, ребята, думаю, а че у меня она не клюет. Никуда он тут не ушел. Он тут и сидит. Ну, этот уже... Нет, этот нормально. Но он аж туда. Ладно, небольшой, но на жареху самое то. Мы таких тут берем, потому что, я говорю, здесь, к сожалению, вот этого крупного карася мало. Конечно же, дешево ждешь, но... Не знаю, вы там кто пишет, не знаю сейчас. Многие там это вообще ловят, потом что-то отпускают куда-то. Зачем? Чё к чему? Зачем тогда вообще ловить рыбу? Я не понимаю. Есть мелочь. А, ну как мелочь? Да нет, нормальные, ребята, стандартные. Да, можно будет и поотпускать, в принципе, потому что каких-то я отпущу точно. Да вот он, в принципе, тут и стоит. И прямо на этом солнце. Ну как ловить, я не знаю. Придется как-то вот так, что ли, между
он сидит. Ну, неплохой, в принципе, неплохой, ребят. Вот это неплохой карась. Ну, такой же, они все такие, вот прям один к одному, гастрономические карасики, ну. Потихоньку солнце начинает уходить, но мужики еще сидят. Клев стих, вообще сейчас даже ни одной поклевки я перезабросил, но не знаю, как оно там сейчас пойдет, посмотрим. Может быть, чуть-чуть еще, сейчас чуть-чуть еще солнце подсядет, и прямо на такой вечерке бывает, что прям раз и где-то, может, минут 20 вот такого клева. Ну, рыба плещется периодически. Это говорит о том, что она клевать особо не собирается. Вот так вот ждем. Вдруг что-нибудь еще. Ух ты! А я смотрю, что-то поплавка нет. Ну вот он. Да не, ну малыш. Да уж, правильно. Давай, беги. Беги туда, давай туда. Правильно, ну вот. Как я вам и говорил, на золотом часе. Вот она, чуть-чуть еще природа дает шансы. Ну, вон он там гуляет. Так, ну ладно. А здесь тишина, да? Да что ты будешь делать? Я даже эту вырвал. Обалдеть. Вот он пошел, пятиметровка. И опять мелочь. Ну, ребят, под конец, вот смотрите. Пошло, ну, плыви. Прям совсем маленький. Даже эту стоечку у меня вырвало. А та все. Ну, вот он теперь сюда подошел. Вот так вот вам. Два каких-то таких залетных было и ушли. Начинает холодать. Закат вообще потрясающий. Просто, ребята, это просто красота. Буду я, наверное, сворачиваться. Все. И так уже, в принципе, сейчас покажу улов, что у нас сегодня получилось. Вот он тут гуляет. Давай, вот, на тебе вот сюда прямо. Сработает? Нет. Ё-моё, нифига себе! Нифига себе! Нифига себе лапать! Вот это да! Вот это под конец, вот это удача! Красота какая, ребят! Вот какой он был первый на эту пятиметровку, вот такой же и крайний, я так думаю. Хотя теперь уже даже не знаю, может быть, еще забросик сделать. Вот это лапать. Там у меня этот еще что ли гуляет. А что-то. Да, так у меня и теперь на шестиметровке сидит. И неплохой сидит, ребята. Шестиметровка тоже выстрелила, ты посмотри. А я пятиметровку смотрю заодно. Ну, такой он поменьше чуть-чуть, чем предыдущий. Но тоже неплохой для этих мест. Прям совсем неплохой. Вот на такой вот красоте. И вот, ребят, смотрите, полная луна. Вон она, вон. Полная луна.
Там у нас солнце заходит за горизонт. И вот такой улов. Да, вот такие два крупных экземпляра. 10 штук я еще отпустил сейчас. 3 я отпустил, маленьких совсем. Ну, вот такие небольшие, они тоже хороши на жареху. Как семечки вообще. Я очень рад, ребят, это вот классная рыбалка. Такая, ну, она добрая, милая. Как в детстве, как с дедом, я не знаю, на прудиках там где-то, на каких-то небольших озерцах, вот так половить на поплавок карасика, ну это же самое милое дело. Так что, ребят, вот такая рыбалка у меня получилась, такая зарисовка вам, начало лета, отдых, пора отпусков у многих, выбирайтесь также на природу. Не знаю, я вот как-то посмотрел, там тоже рыбаки снимают, ну, отпускают, я не знаю. Ну, конечно, каждому свое, никого не сужу, вот, у каждого как-то свой подход, но я привык, если ловить, то брать рыбу и есть ее, вот, а отпускать маленьких, конечно, а вот так вот каждую брать, даже крупных, не знаю, в этом, тогда зачем, в принципе, рыбачить. Ну, опять же, ребят, у каждого свой, как говорится, свой подход. Что думаете по этому поводу, напишите. Будет интересно тоже ваши комментарии почитать, ваше мнение услышать. Я привык рыбачить и брать рыбу. Естественно, как бы совсем малышей, как я говорю, ну, надо отпускать. Это уже кощунство. Так что вот так вот, ребят, спасибо, что смотрели. Я с вами не прощаюсь, у нас все только впереди. То есть еще предстоит, вот те, кто смотрит меня постоянно, а у вас таких не так много, я смотрю. То есть именно такое, как бы, те люди, которые прям смотрят все подряд, не только там касаемо охоты или каких-то заметок охотника, а и вот новую рубрику «Водомоторка» многим понравилось. Не так многим, как хотелось бы, но понравилось. Так вот, там все сейчас впереди будет, мотор. Запчасти пришли, буду мотор обслуживать, ТО делать. И уже там где-то, наверное, в июле, может, там к концу июля, все, малая родина, выбираемся на большую воду. И трофейных судаков там, наверное, каких. Ну, посмотрим, как оно будет. Так что впереди у нас еще водомоторка на большой воде. Всем большущую удачи по традиции. Вот. Желаю вам просто приятного такого же вот отдыха на природе. Выбирайтесь, хотя бы там денек взяли, вот так выехали, посидели мило. Ну и да, ну и что, что там напротив. Напротив, они там сидят и донками. Ну и ладно. Рыбы на всех хватит, ребят. И да, да, осенью. Осенью, ребята, туда с чучелами. Туда, вот там мы будем с вами охотиться. И еще не одна охота там пройдет. И не одна добытая утка. И не одна красота вам будет показана там. Пока, чайки.